вот что у нас получилось. А ну-ка. А ну. Давай, бегом, 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 бегом. Ну. Сейчас положу. А свет кто будет включать? А, точно. Угу. Ну, здравствуйте, ребята. У нас тут еще один видос. Да, ну показывай. Лампа. Тише. Тише, тише, мыши. В общем. У нее еще багаж, капот открывается. И двери. В общем, папе нашли занятие, да? Угу. Папе вот. Еще одно занятие будет. Да, прямо вижу, будет как все просто. Два задания. И Феррари еще собирать придется. В общем, такая вот Феррари. Или что это? Феррари? Это ламба. Ламба, а, точно, да, ламба. А потом будем покупать БМВ, потом да, вот он, значок ламбы, ой, папа. Так, что тут у нас такого красивого? В общем, пока ничего, да? Угу, она и диски тут и двери, все, и диски прям снимаются, все это. Угу. Красотень. Ой, я буду вам без дисков погонять. Да. Ну, она еще плюс на радиоуправлении. Да, это крутяк. Да, крутяк. Крутяк. Да, прям как у тебя вот эта машина, да, крутая. Угу. Огромная. В общем, что? Надо открывать. Ну, давай, открывай. А, точно. Так, а смотришь, ты с какой стороны? Вот здесь, наверное. А тут точно. Тут, по-моему, запчастей мама родная. Ой-ой-ой-ой. Так, первое, это пультик. Да, уже, хотя, хоть пультик собрали нам, да, Сен? И колеса надо прикреплять. Мама родная, что тут, сколько тут запчастей? Так, мы сначала вот берется, это зад. Да, тут все вместе, я еще не знаю. О, пошли дишки. Мотор. В общем, тут все. Как кто танки. Колесики, дисочки. Кто в детстве, в общем, танки, самолеты собирал, Фиглёшки. Тот меня поймет. Так, это рулевое, рулевая рейка, наверное. Не, а это что-то не, другое. Думаю. Ну, в общем, будет интересно. А это зарядка. Это да. Зарядка. Это у нас... Ой, тут еще батарейки нужны. Это питание. Батарейки нужны. Да, она на батарейках у нас. Да, я думал заезжать. Я тоже думал. Это у нас... А вот корпус. Это мотор. Я так вот понимаю. Корпус, ребят. Где? Вот корпус. Она такая красивого цвета. Да. Ты опять перепутал название. Флай. Что ты путаешь? Тут даже опять наклейки. Мама родная. Мама родная. Везде одни наклейки. Как я их Давай люблю? Давай открывать. В общем, вот так вот. Вот сейчас будем это все. Давай. Вместе. Сначала заднюю часть, потом переднюю. Собираем. Будем. Да. Открываем. Да. Была. Да, наверное. Ну, реально, да. Ну что я вам могу сказать? В общем, она на это и как. И корпус открепляется. Это наподобие еще. Мне напоминает, вот. Наверное, эти конструкторы Лего, да? Ну да. Которые... Это как Лего. Я обожаю Лего. Которые там надо очень много-много запчастей, и они сейчас делают на дистанционном управлении. Вот это одно из, наверное. Ну это как Лего. Ну да, это что? Корпус. Это корпус. Ну тут наклейки надо клеить. В общем, тут делов. В общем, нам занятие. Угу. Куча. Для вас это будет секунда, а для нас, наверное, день, да, Сен? Ага. Ну, в общем, будем сейчас собирать, раскрывать, покажем. Ну что, приступим. Ну что, надо прикрепить. Хорошо, хоть получу. Корпус, да? Здесь, значит, ну, у нас да. Что, корпус имеем? Ну да, надо. Ну давай. Прикрепить. Сейчас будем. Нет, надо же там панельку все обклеить. Тут. Так. Все везде наклеить, обклеить. Есть такие крутецкие. Ну давай, доставай мне этот инструкцию. Так, пусик мы уже знаем. Главное, ножницы есть. Хорошо, что колеса есть. Да, колеса тоже немаловажно. Стеклички. Главное, чтобы она не развалилась. Детачки. И так, ну, самое важное, это
Вот это да. И наклейки тоже доставай, потому что... Я все достал. Молодец. И вот еще штучки. Давай штучки. Так, ну что тут? Мы собрали, короче. Да, короче, мы собрали. В принципе, собрали. В принципе, все детали хорошо подходят, хорошо держатся. То есть все в пазах. Все стоит достаточно так, не жидко, хорошо. Ну да. Единственное, что вот это вот, ну, эта крышка, сейчас батарейки вставим, она вон зафиксируется. Пап, и все. Можешь? Ну, вот, сейчас будем пробовать. У нее есть, получается, здесь что? Даже фары есть. Сейчас да, выровняем. Фары. Посмотрим сейчас, что она будет. В общем, такие вот дела. А вот наклейки ты не наклеил. Сейчас наклеим все. Так, ну что, смотрите, в общем, она едет, да? Ну да. Едет. Ну сначала она не поворачивала. Ну да, тут я сильно папа зажал, просто сильно вот эту вот штуку вниз не давите, пап. Ну да. Сейчас оденем в корпус. Ну, багажник, ну, капот совсем не закрывается. Фары посмотрим, фары горят. Ага. Подержи. Просто подержи ее. Ну-ка. Ништяк. В общем, давай, показывай. Вот что у нас получилось. А ну-ка. А ну. Это назад. Колеса. Работает все, ништяк работает. Ну что? Ну что, вот такой вот, ребят, у нас конструктор. Мы да, в следующий раз еще две купим. Да, в общем, можно. Бывали, в принципе, кто хотел покупать, можно покупать, да? Да, достаточно хорошо, это, оно все держится. В принципе, и так. Ну. Еще. Единственное, что тут терпение, да, Семен? Да. Да, терпение. Да, ручки надо собирать. Ну, как бы не быстро, но можно. Мы сейчас тоже еще две купим. Двери вот у нее как купим БМВ, да? И фрай еще купим. Так, все работает. Даже багажник он открывается. В принципе, класс. Ну что, говори пока, ребята. Пока, ребята. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Да, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. В общем, вот такая машинка. А мы пошли. Да, мы пошли. До новых встреч. И пауза.